есть апелляционный военный суд оставил определение Южного окружного военного суда в силе. В ходе судебного заседания защита заявляла, высказывала позицию относительно необоснованности данного решения, ссылаясь на отсутствие в обжалуемом постановлении определений мотивов и обоснований, которые бы свидетельствовали о действительно о фактических обстоятельствах, которые могли бы свидетельствовать о наличии оснований для продления меры пресечения Олегу Аркадьевичу. Мы обратили внимание сюда, что Олег Аркадьевич человек преклонного возраста, имеет ряд хронических заболеваний, и содержание в следственном изоляторе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нарушит его право. Более того, допустим, изменение меры пресечения на домашний арест, по мнению защиты, вполне себе обеспечило бы надлежащее процессуальное поведение Олега Аркадьевича. Олега Аркадьевича, с его слов, перевели в другую камеру, где он содержится еще с двумя лицами, которые находятся в следственном изоляторе. Жалоб на условия содержания и состояние здоровья на данный момент критических нет. Немножко Олег Аркадьевич простыл, но с его слов медсанчасть следственного изолятора оказывает ему необходимую медицинскую помощь.